День открытых дверей сегодня прошел в Назарбаев интеллектуальных школах страны. Более 4000 учащихся общеобразовательных учреждений смогли увидеть, как здесь проходят уроки, провести научные опыты в лабораториях и поучаствовать в интерактивных викторинах. Кроме того, в дар школьным библиотекам переданы более 4000 книг. А 100 учащихся из малообеспеченных семей со всех регионов получили сертификаты на посещение 5-дневного образовательного курса в летнем лагере интеллектуальных школ столицы и возможность в следующем году побывать на выставке «Экспо». Средства для этого собрали сами учащиеся Назарбаев школ во время проведения благотворительных выставок и ярмарок. Это очень важная акция, потому что, во-первых, каждую копейку ребята заработали сами. Они своими руками сделали подделки. Они что-то испекли. Они позвали на это мероприятие своих родителей и учителей. И все заработанные деньги направлены на то, чтобы оплатить дорогу из региона сюда, в Астану, и вот проведение этих мероприятий в 5-дневного лагеря и экспо, которые будут. Мы считаем, что это наш вклад. Вклад наших детей, прежде всего, в юбилей независимости.